По легенде учений в районе Сибво обнаружено разлитое вещество серебристого цвета. По экстренному вызову к месту выехали сотрудники отдела химико-радиометрического контроля Забайкалпошспаса, главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, регионального референтного центра, а также службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С помощью специальных приборов специалисты провели оценку степени химического загрязнения окружающей среды. Устройства выявили превышение концентрации паров ртути в воздухе. Специалисты определили границы условного заражения, произвели забор материала и обеззаразили территорию. Затем был проведен повторный замер. На этот раз превышение нормы вредного вещества не выявлено. Такие совместные учения службы проводят планово, чтобы отработать взаимодействие всех структур.